Чем занимаетесь, товарищи бойцы? Да вот по просьбе товарища подполковника сочиняем кроссворд ко дню ВДВ. Хотите что-нибудь разгадать? Ну, давайте, валяйте. У казака трясется, когда конь несется. Три буквы. Что такое несется, трясется? А что? Что за пошлость? Я же сказал следить за языком. Три буквы. Чуб. Точно. А вы что подумали, товарищ прапорщик? Чуб, я подумал. Я и сам его не лечу. И боюсь показать врачу. Тоже три буквы. Вторая У получилась. Что, охренели, идиоты? Зуб. Верно. Зуб. Третье. Когда боец его покажет, тогда и бык на пашню ляжет. Тоже три буквы, и вторая опять же У. Отставить! Что там пашню показывать-то можно? Тогда про быка получается первая Х, а вторая У. Первая Х, вторая У? Это же будет хук. Когда боец его покажет, тогда и бык на пашню ляжет. Хук. А вы что подумали? А?